Всем-всем большой привет, зрители нашего канала. Всех-всех рада вас видеть. YouTube у нас пока еще не отключили. Ну, вернее, сказали, что отключили монетизацию. Но эта монетизация, это не так страшно, потому что самое главное, мы все равно с вами будем видеться, будем с вами общаться, будем выходить на связь, поэтому это хорошо, что его совсем не отключили. Ну, а дальше дело будет видно. В общем, сейчас я еду за Леной, потом мы едем на работу. Надо в Ашан заехать. У нас постоянно что-то заканчивается. То салфетки, ну, вот эти тряпочки мы там покупаем, жидкость для стекол, мусорные мешки, скотч, ножницы, маркеры, вот всю такую мелочевку. Ручки у нас резко перестали писать. В общем, заедем в Ашан, ну а потом с вами. А потом с вами я вам покажу, что мне прислал любимый Василек. Мне даже уже неудобно, они прислали мне посылку. Мы когда уезжали 19 февраля, они мне прислали 19 была суббота, 21 февраля они мне прислали посылку. Я как раз заказывала два костюмчика своим подружкам к 8 марта. И, в общем, она столько времени пролежала на почте, почти неделю. Я ее приехала, забрала тоже. Сейчас она у меня, ну, лежит дома. Даже не лежит, мы уже отсняли видео, но все, знаете, как-то вот эти все обстоятельства. И я все не выкладывала, ну, нужно иметь совесть, и я сегодня вот вам выложу, покажу, что нам прислал любимый Василек, что там интересного. Ну и раз уже будем смотреть любимый Василек, давайте уже посмотрим покупки, то, что я купила в Турции, немножечко разбавим. Ну, вот такие дела. Заехали в Ашан с Леной, все в цветах. Со всех сторон. 1200 орхидеи. Так, ладно, я по делам приехала. Потом вам сниму, покажу. Все. Получила любимый Василек Ивановский трикотаж. Итак, уже я посылку получила, я вам показала. Сейчас я покажу, что в посылке. Посылку мне уже отправили давно. Заказ я делала 2 недели назад. Я хотела порадовать свою подружку, ее дочку костюмчиками, поэтому, чтобы к 8 марта все пришло. Ну, люди прислали, поэтому я сейчас с вами, ну, поделюсь и покажу, и расскажу, что сколько стоит. Так, вот, так, вот такой вот мешочек. Сейчас все достанем. Все выложим. Футболка прям женская сразу. Весна. Это у нас у мамы любимый цвет. Весна. Да, мама? Угу. Вот вещи. Значит, что из этих вещей? Значит, вот это вот на подарок я вам покажу. Вот такая пижама авокадо. Вот такой костюмчик будет. Себе я взяла футболку женскую черную. И еще это папина трико. Ну, в общем, из всего, что мне, это вот такая футболка женская черная. Мама себе... Это я на... Просили меня, я заказала на подарок. Маме вот футболка такого цвета, футболка женская весна. Мама себе выбирала платье. Вот такое платье и костюм. Но так как мама у нас не очень любит мерить, поэтому все сейчас я вам покажу и померю на себя. Вот этот вот костюм тоже разверну. Это 42 размер. Стоит 1583 рубля. Совсем на худенькую девочку. Пижамку вот эту разверну. Ну, давайте все по порядочку, все вам покажу. Так, начнем с платья. Платье, я не знаю, мама решила утеплиться у нас. На улице весна. Это чисто такой зимний-зимний вариант. Это вот такая вот... Ну, это не толстовка, да, это такое длинное платье. Стоит оно 1946 рублей. Оно очень объемное такое. Состав 80% хлопок. И что-то еще тут. 80 хлопок, исправлено было 100. Ну, больше я не вижу. Почему-то было 100 написано, исправлено на 80. Дата изготовления февраль 2022 год. Вот так вот она выглядит, такого цвета. Потрогай, толстая рука. Угу. Куда же такое ходить-то? Ну, если только совсем замерзнешь. А внутри у нее вот утеплитель. Да. Мерю я их, это платье померю на брючке. Уфанька. Вот такой вот 52 размер. Ну, она, смотрите, еще раз говорю, очень объемная. Даже, наверное, можно было 50-й. Ну, наверное, такая вот, такой фасон. Да. Цвет красивый, ее можно носить как просто с лосинами, с теплыми, с такими. Можно с тоненькими брючками. Ну, без лосин, конечно, нет.
Ну, очень теплая, комфортная. Это прям вот, знаете, когда на улице минус-минус, и ты вот сидишь, кутаешься. Ну, либо, как мама сказала, сейчас будет на улице весна, и мы будем с ней заниматься спортом. Она будет ходить вот в этом платье. Но я думаю, что она утонет в нем. Потому что вот так оно, видите? Ну, будет свободно. Очень свободное, да. Очень свободно. Еще для мамы тоже готовь сани летом. Это про маму. В общем, мама говорит, я хочу костюм. Вот такой вот костюм. Называется Драйв. А, не, обманываю, Арктика. Он состоит из толстовки и брюк. Толстовка стоит 1500 и брюки 1150. Ну, грубо, 1200 и 1500. 2700 в целом выходит костюм. Это тоже костюм. Очень теплый. Тоже у него состав такой же. Такой же вот состав. То есть это на зиму. 52 размер брючки вот такие. И 52 размер, он тоже объемненький. 52 размер вот такая толстовочка. Вот, тоже толстовочка. Кстати, как на мне одета, только немножко покороче. Тоже у нее состав такой утепленный. Так, да, вот состав. Видите, написано 65% хлопок. 35 полиэстер, чтобы она немножко тянулась. Ну, в принципе, хороший состав. Очень костюм приятный. Сейчас... Костюм хороший. Костюм. Сейчас я вам его померяю. Такой костюм. Маме он уже нравится. Угу. Теплые брючки. Ну, мама всю зиму отходила, да, вот в вещах от любимого Василька. У нее на ней сейчас точно такие же брюки, только темного синего цвета. Да. Ну, мама, она у нас сильно похудела. Поэтому ей будет хорошо. Ну, в принципе, мне тоже 52 нормально. Ну, как сказать, брюки мне, конечно, в облипочку. Если вы такой комплекции, как я, все-таки, наверное, 54. Видите, немножко не угадаешь. Если взять платье, то 52 самый раз. Если взять вот этот костюм Арктика, ну, в принципе, тоже 52 самый раз. Еще раз хочу сказать, что брючки стоят 1154, а сама кофточка стоит, толстовка, 1498. Ну, хороший костюм. Хороший, да, маме будет хорошо. Я не знаю, я всю зиму проходила в таком же. Ну, вот, кстати, тебе будет очень комфортно сейчас весной именно в таком, да, ходить. Вот даже если ты ветер, вот идешь, бывает, ну, да, солнце, да, и ветер, все равно раз, одел капюшончик и пошел. Да. То есть вот так вот он выглядит. Вот так вот. Нет, костюм хороший и очень хорошая такая расцветочка. Так, сейчас показываю дальше. Следующая вещь, это как раз костюм. У меня тоже он такой есть. Костюм на подарок. Нам его потом померяют, если будет желание. И скину. 1583 рубля. Знаю, такой есть у меня. Качество отличное. Вот, вот такая вот. Очень тоненький. Вот здесь 100% хлопок. Вот здесь вот на замочке до сюда. И вот такой вот он выглядит. 1580. Шнуровка затягивается, видать. Да, шнуровочка затягивается. Цвет такой вот, просто небесно-голубой. И под этот очень оригинально сделанный. Я очень часто смотрю костюмы турецкого производства, хочу себе заказать. Но они, допустим, если желтый, то желтые брюки, желтая кофта. Если голубой, допустим, вот такой, то голубая кофта и голубые брюки. А вот здесь вот, что мне нравится, черные брюки. Черные, то есть из-за того, что у них вот такая лампасина, голубая с белым, тут получается очень красиво. Да, очень красивый цвет. И вот на здоровье, видите, как на подарок такой вот заказали мне костюмчик. Очень оригинальный, очень красивый. Так, ну, вещей у нас сегодня небольшое количество. И вот такую пижаму, ну, это размер 52, поэтому я вам для нее, сейчас я вам ее померю, чтобы вы посмотрели, как она смотрится. Вот эта вот пижамка на подарок, это 52 размер. Мне она в груди маловато. Так что, если кто моей комплекции, вы берите 54 размер. Но это на подарок, о, человек, он немножко постройнее, чем я, и грудь поменьше, поэтому будет хорошо. 800 рублей, вот такая вот авокадика. Мне кажется, очень красивая, приятная такая к телу, 100% хлопок, мягкая-мягкая. И для глаза приятно. И для глаза, да, приятно. И шортики такой зеленоватый такие. Цвет. И шортики такие. Вот здесь вот, видите, оборочка такая вот пошла. Ну, как бы я чуть-чуть маловато, да. Где-то подходит 52, где-то не подходит. Вот если брать, допустим, вот пижамки, то все-таки я еще 54 заказываю. Если вот этот костюм, то, видишь, 52. Футболки две сейчас я для вас померяю, они тоже 54 размер. Ну, то есть колеблется 52, 54, 52, 54.
Ну, конечно, как вот такой вот 42-й, как бы ты хоть на воде, хоть на чем будешь сидеть, ты точно такого размера никогда не станешь. Вот. Ну, да. Это вот девушка, ей сколько там, почти 30 лет, и родила, и все равно будет 42-го размера, да, до самой пенсии. Так что вот показала. Ну и сейчас осталось мне померить, папе покажу. Папе в прошлый раз заказали трико, и они ему очень понравились. Поэтому папа попросил еще повторно на смену, чтобы были две пары. Трико мужские, у Юры такие есть. Они недорогие, но они тонкие-тонкие. Именно это вот на манжетике 515 рублей стоит вот такие поддевать. Вот это тоже, опять же, зимний вариант под спортивную форму. Ну, не под спортивную, под рабочую. Под рабочую они тоненькие-тоненькие. Вот прям совсем тоненькие-тоненькие, и поэтому папа вот будет доволен. Теперь у него две пары. Мы у него спрашиваем, пап, ну что ты хочешь? Он говорит, ну закажите мне трико. Ну и осталось две футболочки. Одна футболка называется «Весна», причем она стоит вообще 399 рублей. Это, кстати, для мамы. Она выбирала. А вторая футболка стоит черная. Вот черная для меня. 485 рублей. Сейчас я вам померю. Ну вот смотрите, вот эта футболка стоит 400 рублей. Я считаю, что для футболки это очень хорошая цена. Они у Мусика есть разные цвета. То есть вы заходите, хотите по ссылке под видео, хотите просто набираете «Любимый Василек, Ивановский трикотаж» и выбираете в разделе «Одежда». Сайт у них очень простой, доступный. Любой размер, любой цвет. У них доставка, конечно, только по России. И смотрите, она удлиненная. Да. Удлиненная. И она... Вот мы даже смотрели, когда в Турции были, есть футболки, прямо возьмешь даже и брендовые футболки, да, а ткань тонкая-тонкая. Я мерила две футболки в Коллинз, я их не купила. Черная и белая, вроде и цветочки, а возьмешь, а вот эта потрогай какая. Да, хорошая. Это вот под мамины ногти, видите? Любимый цвет под любимые ногти. Так, 400 рублей. И последняя футболочка, которую я вам хочу показать. Опять же, 54 размер, вот да. Смотрите, у грудь, имейте в виду, что у кого грудь побольше, тот должен на размер побольше. Вот 54, и это 54. Поэтому 52 мне бы была бы уже маловато. Ну, красиво, да? Ну, именно маме. Весна, вот она как называется. Хочешь себе возьми, что? Да мне без разницы. Вот такая вот, и сейчас. Хорошая, и вот эта футболка, красиво. Да, я ее заказывала для того, чтобы ходить в спортзал, бегать, прыгать, черная она такая, и она вот мне понравилась, что она очень удлиненная. Вот смотрите, здесь даже чуть-чуть побольше, они есть в разных цветах. Я вот заказала в черном и понимаю, что, наверное, хорошо было бы в белом и все. Я вообще редко покупаю себе черные футболки. Ой, ну красивая, да, цена вообще-то. Красивая, да, она немножко стоит чуть-чуть подороже. Если это стоит 399, то это 485. Ну вот 500 рублей для футболки. 54 размер, я, вот смотрите, видите, белые буквы, они немножко вносят, как сказать, свет в темное царство, и получается за счет этого она очень даже хороша. И вот, мне нравится, что она удлиненная. Ну и качество тоже. А, вот еще белая, не заметила даже я. Красиво. И вот еще белые надписи. Вот эти то есть она уже освежает не прям. Да, она уже не смотрится как черная-черная. В общем. И в целом, подведя итог сегодняшней нашей посылки, как всегда хочу сказать большое спасибо любимому Василёк, потому что он нас одел полностью. Некоторые там пишут, у вас этого любимого. Вот из всего заказа, из всего, вот у меня только одна футболка. Постоянно кому-то что-то мы заказываем. Очень много вещей для мамы заказали, теплых вещей, зимних, которые она с удовольствием ходит, футболки меняет, пижамы я себе люблю, я вот пижамный человек, спортивный костюм, это ко мне. Ну и, конечно, в каждую посылку я что-то заказываю для своих друзей, поэтому мне их много, и то вот на всех не получается. Но в любом случае продукция очень доступного, доступные цены и, как сказать, хорошее качество. Да. Вот мне нравится. Вот красивенькая. Да, красивенькая, она такая плотненькая. Ну, вот сколько еще забыла, сколько она стоит? Ну, вот 800 рублей. Я считаю, что, ну, хотя бы даже вы ее поносите год. Ну, что такое 800 рублей сейчас? Да. Потом надоест, вы ее выкидываете. Вы же не покупаете, это же не брендовая одежда у 800. Так что обратите внимание, это нормальная одежда по хорошим доступным ценам, хорошего качества, стопроцентной, хорошие костюмы, пижамы, футболочки.
То есть одежда на каждый день. Детская одежда очень много, постельного белья, полотенца. Поэтому мне лично любимый Василек очень нравится. Ладно, друзья, на этом с вами заканчиваю наше видео. Для того, чтобы встретиться с вами вновь. Поэтому я решила покупки, которые в Турции купила, показать вам в следующем видео.